Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему я боюсь отстаивать свое мнение, выражать себя, мне не о чем разговаривать с людьми? Много литературы лежит за плечами, но тем для разговоров от этого не прибавляется. Как изменить это? Идти навстречу страху? Пыталась через силу делать то, что боюсь, но дискомфорт никуда не уходит. Ну, смотрите, вы спрашиваете, почему я боюсь, да? Мне кажется, что здесь важнее не почему, а чего вы боитесь. Вот. То есть, ну, просто вот что произойдет, да, если вы вот выразите или отстоите свое мнение, что случится тогда. Вот, что, значит, страшного, что страшного произойдет, если вы это сделаете. Вот, это первое. А второй момент, на который, хотелось бы обратить ваше внимание. Вы говорите про отсутствие тем. Вот. Ну, вы говорите про то, что вот темы отсутствуют. И говорить о том, что много за плечами литературы. А я бы не сказал бы, что литература, ну, количество литературы, которую вы могли прочитать, да, как-то влияет на оживленность, на естественность разговора. Почему? Дело в том, что если я, например, ну, прочитаю, да, вот если я прочитаю какую-то книгу, допустим, опять же, но при этом она мне будет неинтересна, или я буду ее читать ну, для кого-то, например, для там, допустим, какого-то потенциального собеседника моего. Естественно, я буду чувствовать себя скованно. Вот. То есть вопрос именно в том, для чего конкретно вы эту литературу читаете? Во-первых, для чего? Если вы эту литературу прочитали и какие-то знания
приобрели, то кому вы об этом будете рассказывать? Вот. Кому вы будете об этом, ну, говорить условно? Да? Вот что важно. Вот что важно постараться увидеть. То есть, способны ли люди оценить по достоинству ваш, ну, ваши усилия. Вот. Дальше. Ну, следующий момент, на который нужно обратить внимание, заключается в том, что интересно лично вам? Ну, давайте вот так попробуем. То есть, вот лично вам что интересно? Лично вам что нравится? Да? Вот. Если на это постараться обратить внимание, то есть, как часто вы сами говорите о том, что интересно вам, и как часто вы высказываете, ну, например, свою, допустим, позицию, опять же, потому что она важна вам. Вот. Ну вот, лично вам. Понимаете? То есть, вот как часто вы делаете это? Ну, а так, мне кажется, что есть у вас есть страх. Отвержение. Вот. Есть, возможно, страх одиночества. Понимаете, да? То есть, здесь вот такая история. Вот. Так что с этим, ну, как бы отдельно, ну, работать, ну, можно и нужно. Такая вот история, поэтому на этом все. Обращайтесь, задавайте себе
вопросы, которые я озвучил, надеюсь, что как-то это вам будет интересно и полезно. Ну вот, если что, обращайтесь. Будем рады помочь вам. Всего самого доброго за обратную связь по моему ответу. Буду вам благодарен, потому что обратная связь поможет. Обратная связь поможет вам сформулировать для себя, ну, базовые постулаты для психотерапии, вот, потому что самостоятельно проблема не уйдет. Вот. Обращайтесь за помощью. Всего вам самого доброго.